заказанного набора для маникюра. Заказали новые насадки. Здесь обычный пакет, ну то есть вообще ничем не примечательный, но у него есть жесткий кейс, в котором они, собственно говоря, и находятся. Сейчас попробуем посмотреть качество всего этого дела. Ну, алмазные, понятное дело, довольно-таки нормальные. Выглядят вот следующим образом. Разные формы, разные размеры. Тонкие, толстые. Щеточка для полировки, я так понимаю, с жесткой щетинкой. Типа резинки какая-то штука. Ну, довольно-таки интересный набор. Можно даже открыть, просто поставить, и он будет нормально установлен. Можно снять и куда-то вставить. Можно взять кейс для переноски. Замечательная вещь. Не знаю, как для профессионалов, но для домашнего использования, я думаю, пойдет. Но опять же, только время покажет, как это все нормально работает или нет. Ссылка на данный товар будет в описании. Всем, кто заинтересовался, просьба отметить видео лайком либо дизлайком. Ну и, соответственно, заказать себе, если он вам нужен, действительно. В процессе транспортировки с ним ничего не случится, потому что он в защитном кейсе.